Миша, пропустишь меня? Так, второй деяние. Это Балтикан. Второй. Это Балтикан. It's not fine, but it is good. Все по норам, по-разному. А трапезная это пустая? Наполнена столы. Только сейчас просили. Духовной пищей. Уже духовная пища не нужна? Только сейчас солгали стали. Весь день получайтесь о правде твоей. Кому пели? Это тараканам своим. Весь день получайтесь о правде твоей. Где получение правды его? Получили уже всю правду. Ай-яй-яй. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущему в гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущему в гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровав. Милостивый Господь, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа. Прибудь с нами и благослови наше собрание. Господи, и во всем да будет Твоя святая воля. Тебе, Господи, за все хвала, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Какую-то аэродинамическую трубу здесь установили, всех высосало. Специально нужно сирену ставить на морскую. А потом опустились 27-28. Ну вот, так расписали. А тут не получится. Ну, значит, 5-9 будем. Читаем, читаем, да? Да, читаем, конечно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Деяния святых апостолов. Глава 11, стихи с 19 по 30. Стихи 19-26. Между тем, рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, и никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них киприяне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса Христа. И была рука Господня с ними, великое число уверовав, обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей,
и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Немалую услугу христианству оказало гонение против христиан. Римлянам 8:28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Потому что когда убивали Стефана, когда Павел дважды находился в опасности, когда апостолы были бичуемы, тогда язычники были принимаемы в церковь. Деяние 13:46. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедано Слову Божию, но как вы отвергаете Его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». Может быть, потому называли их эллинами, что они не знали по-еврейски. Почему не написали об этом Павлу, но послали Варнаву? Потому что еще не знали о добродетели этого мужа. Не одно и то же значит, что Бог благ и что муж благ. Первый благ по существу, будучи началом и источником всех благ. А муж благ не по существу, но в силу добродетелей. Очень добрый и простой и снисходительный человек был Варнава. Искал, говорит, подвижника, военачальника. Немалая похвала для города, что он прежде всех прочих в течение такого периода времени наслаждался устами его. И это говорит об успехе проповеди Павла, когда он поднял здесь христианство на такую высоту, что можно было дать христианам это имя как бы какой отличительный знак. Где уверовали 3000, где 5000, где такое множество. Но, впрочем, не было ничего такого вроде этого имени, а просто христиане назывались людьми этого пути. Здесь же впервые они удостоились этого имени. Замечательно, что Антиохия потому особенно и удостоилась главного начальственного престола, начальнического престола, что там впервые христиане названы этим именем. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Разве можно читать это без слез? Мысленно прилагая то время, тот город и того проповедника к нашему времени, к нашему городу и к нашим горе-проповедникам. Те дали название христиане, которое сохранится до второго Христового пришествия на всех учениках Христа, для всех юрисдикций, сект и христианских вересий. С этим отличительным знаком «Я христианин» умирали миллионы, и все это они получили от проповеди Павла. И это говорит об успехе проповеди Павла, когда он поднял здесь христианство на такую высоту. На какую высоту подняли звание православного христианина 57 тысяч храмов и 1275 монастырей, бывших в России перед Октябрьским переворотом? Говорить об успехе проповеди можно только тогда, когда незнающие Бога и спасения приносят истинное покаяние, оставление навсегда греховной жизни и приносят плоды, достойные своего Искупителя. Успех проповеди заключается в том, что познавшие Господа сами добровольно исследуют Писание, любят Христа и Слово Его и несут это живое Слово от имени живого Бога в мертвый погибший мир. Сегодняшнее карикатурное лжехристианство знает только обряд, видимое, осязаемое, не имеющего подтверждения на страницах Священного Писания. Пусть кто-нибудь припомнит, о каком из патриархов в России, о каком архиерее и о каком священнике можно сказать этими же словами, какими Феофилакт характеризует проповедь Павла. Игнатий Брянчанинов, возвратившись из своей инспекции по монастырям России, заявил, что едва ли есть 4 духовных монастыря. Не такую же ли характеристику можно дать всей проповеднической деятельности дореволюционной и нынешней православной церкви?
Если ограничиваться тем, что говорить на форумах, конгрессах и съездах о духовности России и говорить об этом мирским языком без слова Божия в руках и в устах, то на какую высоту и кого можно поднять? Успех проповеди заключается в проповеди о Христе. Не об иконах мироточивых, не о храмах, не о канонизации, а только о Христе и единственно о Христе. 1 Коринфянам 2:4. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Филиппийцам 1:21. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Колоссянам 3:4. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». И это говорит об успехе проповеди Павла, когда он поднял здесь христианство на такую высоту. Стихи 27-30. «В те дни пришли и из Иерусалима, и в Антиохию пророки. И один из них, по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла». Матфея 11:13. «Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна». Толкование. Он говорит о тех пророках, которые предвозвестили явление его, чтобы не подумали, что голод сделался потому, что явилось христианство, Дух Святый и предсказывает это. Потому что и Христос предсказал это. Не потому имеет быть голод, чтобы он должен был быть в силу предопределения, изреченного изначала, но по причине зол, которые были нанесены святым апостолам. А так как они продолжались, то является великий голод, предвещая иудеям о имеющих быть несчастьях. Посмотри, для них и голод является поводом ко спасению, случаем к милосердию. Они вместе и делаются верующими, и вместе приносят плоды, достойные веры. Они оказывают милосердие не только близким, но и дальним. Из этого становится ясно, что апостолы имели достоинство и старцев, хотя также они находились на степени диаконов и епископов. Богу нашему слава! Навеки аминь. Батюшки, слово! Следующее будет через воскресенье. Вот у нас какой там будет воскресенье? 14, 21, 28. Вот у нас следующая неделя. 27-28. А? 27-28. 27-28. Да, ну, суббота. Через воскресенье приеду. Вот. Ну что, ко мне какие вопросы есть? День деревни будете? Пока не знаю, нет. Не обсуждали это и нет пока. Не знаю. Надо посоветоваться с братьям, как это будет с общим. Потому что это не так просто. Надо готовить и всех гостей приглашать. Это принять надо все. И это не просто так. Вы всегда видите один вот праздник. Вот хорошо. Потеряй, когда не приедешь, они все празднуют. Говорят, ты празднуешь, когда они только работают. Бочки барашков нету теперь. Нету, да. Вот. Поэтому. Готовиться надо там все приготовить. Не знаю, я сейчас приеду, посоветуемся как там. Будем или не будем, может быть, другой какой такой юбилейный год подождать. Да. Так, еще что. Я благодарю всех вас за молитвы. Знали, что я был в поездке. Главная цель поездки мы встретиться было с воинами нашими. Встретился я в Ростове. Ну, недолго мы общались, там всего несколько минут. Скажем так, они торопились, они на службе, на работе. Ну и я тоже от Шах до Ростова, там 100 километров, попросил одного на машине. Тогда мы долго мы ждали, больше часа их пока не подъедут. Не так просто. Они за Ростовом, где-то там у них лагерь. Неважно.
Да, не важно. Да, ну, были, повидались мы. Все, спросила только, как вы, в чем? Ну, нет, ни в чем, все, говорит, сейчас никакой нужды у нас нету. Ну, в смысле, одежды там объяснили. Нет, говорит, все, вдоволь всего. Кормят хорошо, отлично кормят, говорит, хорошо кормят. Ну, кто-нибудь вас обижает? Нет, нас никто не обидит. Но. Ну, вот так вот. Был Максим и Саша Устинов. А Никита, он по ту сторону границы, на Донбассе, где, там, ну, на территории, которая освобождена, так сказали, что там они держат. Ну и все, повидались, я там немножко им передал, там, сладкого, все, чаю попить только, и все. С собой ничего не возьмешь, сейчас, если на поезде, а на самолете, так там все проверяют, ничего, даже... Мед густой, вот, и то надо проверять, там будут, и нельзя. А багажом отправлять, он в два раза дороже становится. Поэтому ничего сейчас уже нельзя. Купил там пряников турецких, да там конфеты немножко, знаете, попьете чаю. Только деньгами все. И все. Ну и все так вот это, больше. А? Оружие не берут в руки? Кто не берет? Вот я не проверял, не знаю. Не видал, не проверял. И не спрашивал даже, берут они или не берут. Тебе так это важно? Берут нет, они не или не берут? Важно. Ну не важно, зачем спрашивать даже. Берут они там или не берут. Я не спрашивал это, даже у меня вопрос этот не возникал. Берут они или не берут. Спросил, все, нормально. Отношения хорошие, хорошие отношения. Здоровые, здоровы. К Максимову там, вроде, жена приезжает там через день там. Ну, им отпуск дают. Саша был в отпуске как-то 2 недели, у него второй ребенок родился, уже без него. Приезжали. Так что нет никаких, ничего не было. Что-нибудь рассказывать о службе там. Я даже не спрашивал, что вы делаете или служите, что. Неразумно будет спрашивать, а что вы делаете, кто там, как. Воюем. Очень неразумно. Ну, конечно. Берут, не берут это. Ну, это вот так вот. Ну, а там больше в Москве там болящих кого посетил, кого знал, там поймел общение. Снохи была, сноха моя, старшего брата, жена, 100-й год, в январе будет 100 лет. Но меня узнала. Узнала меня, так это еще и читает, там ей сноха подкладывает книги какие, она читает, очки наденет, читает еще там. Мне, при мне лежала книга о Ксении Петербургской. Вот. Ну и все, так вот больше. С Майком Светланой не общались? Они уехали уже в Германию. Ему дали где-то на Гавайских островах, ему работу дали, и они уехали все. Их нету никого. Мать, она в деревне, она хотела приехать, но потом звонит, батюшка, не могу приехать, все, договорились, что встретить. Раиса? Нет. Да, Раиса Георгиевна. Приехать она не могла. Так что ничего. Так, с батюшками я встречался. Вот. Некоторые там подарил я Новый Завет, он, знаете, их уже звонили там. Батюшка поблагодарил, что красивые, хорошие книги. Ну и все. Так больше и нечего. По Москве также что там, толкучка, народу полно. Москвичей почти что-то не видно. Больше все такие, видно, что приезжие все, да, которые ходят в платках и в длинных юбках. Вот. Москвичи-то все, русские все ходят там в брюках и... В метро зайдешь, я уже обращал внимание, так смотрит, мужчины где-то 1, 2, 3, там в кепках или как, женщины 100% без головного убора, 100%. Нет, никто не покрытая голова, мужчины есть покрытыми головами, там ходят, а женщины нет. Мужчина ни одного в юбках не видел, а женщины все в брюках ходят. Только отдельно, я говорю, ходят покрытые, что волосы не видать, и в юбках. И сразу заметно, кто они. Да. Ну вот, не знаю, я не спрашивал, что они тоже, не спрашивал. Вот. Но видно, что закон у них этот держится, соблюдает, они строго этот закон. Это нет. Цыган видел тоже, цыганки то же самое, не в брюках, в длинных юбках и в платьях. Я вообще ни одной цыганки не видел, чтобы цыган, не знаю, может где-то там молодые, может нигде не видел, чтобы они были... В брюках, в штанах, это нигде не было, ни одной цыганки. Да на базаре вот здесь, иногда бывает, наверное, посмотрите, какие они. И где-то юбка еще на полметра раздувается. Там. Да не одна юбка, а две юбки. Как-то я пришлось в поезде ехать, в одном купе были цыгане.
цыганка спит утром, а он встал пораньше, сходил в туалет, руки лихвой, значит, в юбку ее руки. Вытер ее руки. Цыганенок там что-то расплакался, опрылась, она раз, тоже под залом юбки, но, видать, другая юбка. Ему все вытерла там, все. Полотенце. То есть у нее не одна юбка, а несколько юбок еще на ней. Ну, вот так вот. Все. Спрашивали, как потеряете, не знаю. Звонили, все нормально. Начали сев, говорит, сеять начали. Как и что, это подробнее уже, когда сам увидишь, потом скажешь. Так вот. Ну, все, еще вопросы какие есть? Ничего нет. Прости, Христос. Аллилуйя. Ну, сохранил Господь. Так, кто меня сможет до автовокзала довести без 10:11? У меня на 11:35 поезд, автобус, поезд. Но... Я могу отвезти. Ну все, договорились. Пожалуйста. Я думал, сейчас будет машин 5-6 раз. Я тоже обычно. Но без 10:11. Вы же здесь будете? Я здесь буду. Вы прям встанете. Сейчас я пообедаю. И скажете вперед и поеду. Ага, ну хорошо, за 5 минут я раньше встану. Ну, пожалуйста. Да. Так еще только 10. Всегда нужно иметь в запасе время. Сколько уже, даже здесь выехали мы как-то с Игорем. Он, да рано, батюшка, полчаса можем выехать 15 минут, ехать-то 5 минут. Я говорю, Игорь, давай за полчаса, как всегда. Ну, выехали, ну, в первой луже на этом джипе повисли. Я вышел бегом до вокзала бежать, а он за трактором вернулся. Вытащил машину, на тракторе меня догнал уже возле вокзала почти. Потом вернулся сам, машину вытащил, ехал там за трактором, вернулся, трактор забрал. Провожаю здесь, выезжаю от этого, от племянника-то. Ну, он, батюшка, что ты рано, еще за 5 часов выезжаешь. Ну, я говорю, метро доехать, а там еще на электричке от метро до метро, монитор сядет, сейчас пройдет, от метро, значит, от вокзала Павелецкого, где до этого аэропорта ехать, полчаса. Ну там пока электричка. То есть в запасе, чтобы было часа полтора. Приходил на остановку, а пятница, да, затор, полчаса на остановке простоял, чтобы сесть на автобус, заехать до метро. Что оно полчаса. Все, затор такой, вот дорога сколько, вся дорога, машина туда. Ну а больше нарушений это водителя. Там двойной план, нет, он разворачивается, ему надо объехать, нет, он разворачивается, здесь поперек встал, там перегородил это. Да большая газель, перегорел, и все, а никого милиция, его сразу там оштрафовать, двойную пересек, полосы сюда, и все смотрят, там нельзя, где с крайне автобусом только ходить. А нет, все заполонили, эти никто, ничего, только автобус пройти не может. Я вижу, автобус вот он идет, и как раз он шел минут 20, там сколько, метров может быть 200. Ну, вот так вот, в запасе. Хорошо, что было в запасе, я успел. А не было в запасе времени, мог опоздать. Поэтому всегда в запасе нужно иметь раньше. Продолжайте дальше. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Надежда Александровна на работу побежала, поэтому она просила передать по поводу своего мужа, что пока пуска еще не было, только вылетел к ним электрик. Так что еще молитесь, чтобы Господь все устроил, чтобы пуск состоялся и был успешным. О болящих всех помянули, да, Татьяна Кузьмична? Ой, не знаю, Антонина мне звонила. Так. Все хорошо, такой радостный голос у ней прямо. Дочь ухаживает за ней там, и она всем довольна, ну, слава Богу. Радостна. Они же рядом с ходить там надо ей больше, но лежит пока. Ой, надо ходить, а то есть такой. Любовь Петровна как? Да так же. Ольга на этом больничка. Я забыл что сказать. Братья, кто-то, может быть, знает, где и как-то заказать или сделать. Нам надо аналой. Такой, чтобы на одной ножке, как он стоял. Ну, будешь Евангелие читать, и долго, трудно. Перелистнуть надо. Ох, всегда ставится аналой, чтобы было. Это там рядом. Вот он стоит. Там же рядом стоит. Ну, там больше вон какой-то, такой, чтобы на одной ножке было. Легкий его поставил, убрал это. Ну, женский. Может, у кого-то есть там знакомый, кто это делает, заказать, сделать, сколько стоит. Платим. Ну,
Подумайте как. Кто тут, который стоит? Я поняла. Так, еще о болящих. Валентина тут да. Имеет слово. Благодарю всех за молитвы, кто молился за меня. Не уплыла? Нет. Ну, хорошо. Нет. Слава тебе, Господь. Не поднимает. Надо посмотреть. Еще у кого есть слово? Просьба, пожелание, благодарение. Игнатий, чем слово? Я еще напиши, что я буду говорить отдельно. Говорю. Ничего не надо делать. Попрошу задержаться. Очень интересная тема такая. Она совершалась несколько лет и завершилась позавчера. Называется «Голубиная эпопея». Я так назвал ее. Ну, люблю голубей. И когда я на лето уезжаю, братьям наказываю. Какие порядки, отпечатал, все как есть. И вот случилось так, что залазили харьки, там все, ну, зайти не могли, у меня там все было опечатано, попался и на этом конец. А тут приезжаю, перо полно прямо после лета, а перья выпадают от них, когда жарко, но из крыльев не выпадают. А тут именно крылья, большие такие перья-то. Я посмотрел, нигде никаких голубей нет. Потом нашел в разных местах здесь останки. Кто-то ими закусывал. Но раз закусывал на улице, значит, тот, кто его взял, здесь. Иначе бы как перья оказались. Вот поспрашивал, ничего нету. И осталось у меня 10 голубей. Один улетает из них. У трех только есть маленькие пятнышки. Остальные абсолютно белые. А которые летают голуби где-то в городе, я внимательно смотрю, и для них всегда у меня семечки. Они слетают. Ни одного ни разу не встречал с пятнышками. Это вот запоминайте, что я говорю сейчас. И вот один потерялся года три назад, наверное. Потерялся тоже бесследно. Но потерялся уже при мне. Ничего ответить не могу. А нынче, вот голуби, они очень плодливые. Более плодливых, наверное, птиц трудно найти. 4 выводка за год может сделать. Как только зимой потеплело чуть-чуть, уже все, они целуются, и она двоится с ним. А дальше морозы, тяпнуло, там погибло, они не смотрят на это. Рядом второе гнездо, он опять зачинает. Как у многих сейчас. Главное, чтобы муж был. А уж вырастет, не вырастет дети, или они на свалку пойдут. Вот. Что-то подобное, как у людей есть. И здесь такая история. 12 числа, 12 вот этого месяца, у меня сразу исчезли 3 голубя. Причины разные. Рядом дерево. Прямо вот здесь за линией, и на ней коршуниное гнездо. И коршун, ну он не поворотливый, но он все равно догоняет голубя. Значит, он виноват. А кроме того, я замок вешал в эти дни, думаю, я дома. Ну что дома-то, ночью ничего не слышишь. И ключ в замке, а иначе ключ-то прятать приходится. Подумал, что ходят ребятишки компаниями, ну что, ничего не стоит. Проиграл кого-то там, пошел, вытащил. И вот однажды, я каждый день хожу на мост, Любовь Николаевна, она вам стоит здесь, Фатеева, кажется, фамилия ее, девичья, я не знаю, там, Архипова вроде, или так, нет? Архипова. Да, так. А? Правильно. Вот. Ну и мы там помолимся, идем по этой, до Гоголя, до первой улицы, вот эта Комсомольская, мы по ней спускаемся туда и до моста, вот, повернем еще на Горького и дальше на маленький мост, и там уже, и наконец, большой мост. А когда оттуда идем, мы сокращаем немного, заходим мимо этажных, да, многоэтажных домов и идем. А я иду, и она не догоняет меня, правда, вперед останавливаюсь, она догонит меня, опять идем. Я голову-то поднял, и гляжу, на крыше сидят 2 голуби белых. Я ей говорю, Львов Николаевна, так же мои голуби-то. До этого я сходил, 352 метра заметил, потому что охота была. Ну, у меня шаг 78 сантиметров, я почти иду, левой ногой только считаю, сколько, умножил на 2 полностью, умножаю на 78, 352 метра. Что ж это делается-то? Но нынче самое главное, потепление было, ни один голубь на гнездо не садится. Наступило уже практически лето, ни одного яйца не снесли. Такого не бывает. Не бывает. Причина какая?
Я стал смотреть, тогда вспомнил то перо. Оказывается, тот, кто оставался, вот у меня как здесь нарисовано, здесь литок вверху, вот он, а внизу дверь, в которую заходить туда, тут, ну, стенка и отдельная. Голубятня, она не на всю, а отдельно здесь. Она снутри железом обшита, потому что крысы когда-то поверзали. А теперь никак нельзя. И вот тут у меня две, которые, а на них тут пара нет. Тоже не залезешь вверху, а сверху сетка железная и штырь, который в гнездо заходить, чтобы садились на него, не деревянный, а железный. Если оттуда залезет кошка, она на крышу, и прыгнет, чтобы попасть, ей надо на это, она только упадет на пол, ей никогда не залезти. Я стал припоминать. Если вот эту дверку зайти, когда кормят, кто, не закрывать, она открытая. Кошка на нее, половина пути пройдена, дальше она прыгает уже там, где за литок. Разгадалось их. Вы не закрывали, я с вами разговаривал. Я плохо трёс вас. Если бы я не за собой заходишь, веревочку натяни, и она, чтобы дверь чуть-чуть приоткрыта была. Это кошка, она тоже хитрит. Они заходят, пока голубям зерно насыпают, все, а он прыгнул на эту дверь-то открыто, на дверку, в которую человек заходит. Вот она, дверка. А в это время-то туда кот, а их не один, а два. А расплодилось теперь 5. Голубь очень пугливая птица. Но если она села парить, убей не войдет. Она не клюется ничего, но как только она яйцо хоть одно снесла, я под нее руку беру, она щипит, бьет крылом, она не дает никак. Я теперь только разгадал, в чем дело. Когда они залазили туда, голуби вылетели, а самочки сидят. Она их готовеньких, тепленьких берет. И теперь те, которые остались, мужской род только, ни одной женщины-то нету. Ни одной невесты-то нету. Вот эти перышки, которые были, которые нашел, это все самки, которые с гнезда не выходили. А он ушел, не знаю, что он. Здесь пес этот сидит. Он закрыл и ушел. Они на неделю здесь были. Они за неделю меня опустошили. Тогда. Теперь я понял, почему у голубей яйца нету. А теперь, когда я их подкармливаю, к ним прилетают дикие голуби. Я гляжу в окно, ну прям, а он голубь, когда ухаживает, он хвост распустит по земле. Ну, голубь, по-английски пиджан. Пиджан — это пижон. Когда человек так распупырится, ну пижон. Вот а пижон — это голубь, по-английски. И вот гляжу мои, которые здесь голуби, тут этих поднимаются. Я теперь понял, что они сделали. Они себе не мест, пускай она будет... Африканка, хоть то, но она женщина. И они с ними, они их увлекли. Обольстили моих мужского племени-то. Вот теперь загадка вся раскрылась. Все, мне никогда их не вернуть. Но я знаю, Бог все знает. И если волос с головы не пойдет. Я пришел и помолился. Голубь, если ушел с самкой, он никогда не вернется. Ну, я даже видел, как они прилетали, самочки, и сразу голуби улетели. Я помолился. Прихожу, все сидят дома. Я так, такого я в жизни никогда не слыхал. Такой мелочи, Господи. Я даже вслух это не сказал. Я только сказал, Господи, они такие для меня милые, дорогие. Их нету. Но вернулись одни. Те сказали, зачем вы нужны нам такие? Потому что те, когда увели туда, они с ними долетели. А оттуда они питаются на элеватор. А они полетели, мы еще не будут летать. Они насыты, у них зубы набиты. Зачем? А там столовая, не надо столовую. А когда стали, а там свои мужики, стали их, видимо, бить. Но Господь так сделал, что они вернулись одновременно все. И тот, который 3 года назад потерялся, тоже его... Я даже не знаю, где он был. Вот это у меня голубиная эпопея, это лестница, по которой я лезу. Скажет, 83 года человек какой глупостью занимается. А я дивные скажу, дела, не глупость. Дивные дела Господни. Вот стоит архиерей, да почти везде. У него свой жезл. И на нем 2 змея. Видели? Серпентарий в руках. Люди-то этого не знают. Будьте мудры, как змеи. Я спрашиваю даже архиерея, мудрость змеи в чем? Ну, в медицине. Так в медицине, да. Почему? Она голову спасает. Змея. А если там хвост даже отрубишь, ей нужды ничего нету. Она может вырастить, как у ящерицы так же бывает. Но если одновременно хвост и ногу, то у нее бывает вместо ноги хвост вырастает. А вместо хвоста нога. Ну, природа тоже бывает, говорит так. И все делает как надо. Так вот здесь, почему было бы не сделать это? А дальше написано, и будьте кротки, как голуби. Почему не сделать 2 голубя-то? Вместо змеи
А люди-то не знают. Змея, смотри, какой змеиный клубок у церкви-то. Я слышал неоднократно эти слова. Вот даже в этом деле. Голубь – это единственная птица, пение которой не надоедает. Курица вот квакшет, уже через 5 минут, ну, надоело, гуси. А он воркует, вот понимаете, какая радость. Он воркует, голубь воркует. Голубица моя, сколько говорит песни-песня, его не с курицей сравнивают, не с гусихой. И голубь – это единственная птица, которая, куда бы ее ни увез, она стремится не весной куда-то, как крачка, а к тому месту, где она вывелась. Рекорд поставила одна голубка, ее продали, я сейчас не знаю, сколько там, 50 тысяч долларов, кажется, отдали за нее. Доллары тысячами. И увезли в Японию. И она из Японии в Москву прилетела, а везли в коробочке, в вагоне, она ничего не знает, куда везли. Но когда только она там вырвалась на свободу, перед ней карта раскрыта, я так понимаю. И она летела, и на крылышках надпись, она дорогой на корабль садилась, ее не скушали, и сделали надпись, корабль такой-то, и она вернулась. А здесь вот большая надпись «Барнаул», приезжает голубятники, у них как вот газель примерно такая, но открывается не сзади, а одна стенка поднимается. И у каждого голубя, у каждого кольцо. Ну, с Красноярска прилетели тут, с Казахстана были. И когда они все вместе собираются там на мосту, машины стоят, и надо видеть, кормушки, там вода. И одновременно все открывают вот так вот дверки. Они оттуда, голубей по 50 больше, вылетают, как кто выстрел. Все они вместе. Ну вот начинается разделение. Кому в Челябинск, кому в Владивосток. А там у них, когда влетают они в этот леток, там счетчик стоит. Сразу отражается, во сколько они ставят рекорды. Я видел двухэтажные голубятни на колесах. Это Первая мировая война, немцы делали. И специально люди знают это. Они берут голубей, но у них связь в одном направлении. Допустим, они увидели большие войска, телефона не было, сообщить нельзя, попали в окружение. Они записочку ему на кольцо, и он полетел. И поэтому голубей, которые летят, указание отстреливать, потому что там есть. Ну, отстрелять... Удастся или не удастся. Где он питается? Как за ним и стрельба гоняется? Ничего нельзя. Теперь, у меня было такое, ястреб. Я вернулся, а он сидит на лестнице, по которой я лажу туда. Он никого не боится, но он не коршун, он быстро хватает всех. Я ничего не сделал. Я вижу, он поднялся голову вверх, он сразу хватает лучшую голубку, выбирает как будто бы. Я переживаю. Что делать? Стрелять? Да и нечем. Я тогда двух братьев попросил, вот у нас сегодня два священника, мы крест слепили из этих, из обрезков-то, высокий крест такой, легкий, и святой водой покропили, батюшки благословили. И вот здесь, вот рядом где, тополь большой, они выше, вот железная дорога тут прям рядом, и они его там в кроне повесили. Сколько раз видел, ястреб пролетает на этой грани, эту границу не может прилететь. Паломники, когда приходили, жаловались Иоанну Златоусту, лев пожирает людей. Ну, помолимся, помолились, они обратно идут, там, через неделю-две, такой запах отвратительный. Посмотрим, подошли, лев лежит, сдох, его мухи доедают. Вот я хотел к чему привести? Как близок наш Господь, как Он, даже если наша любовь, она безгрешная, и Он даже на это обращает внимание. Вы помните, как один был, Кукузель, Роман Сладкопевец. Братья его не взрубили, за что, я не знаю. Но они решили его подставить. Считать не умеет и петь не умеет. А приехал патриарх, они ему, или архиерей там, ему в руки назначили его. Вот завтра он замычит, а считать не умеет. А он ночь проплакал. Святая Госпожа Богородица, да помоги мне. Он узнал это дело. Утром выходит и как запел. У него такие стихиры пошли, таким поэтом сделался. Братья его к этому подтолкнули. И он вошел в историю. А они, которые это делали, ни одного даже имени мы не знаем. Вот как. Я вспомнил Иоанна Кукузеля, он юный был очень, пас и пел. И пел так, что коровы переставали есть. Я тоже пел, они тоже переставали есть. Думали, когда я перестану петь, что-то траву-то проглотить. И вот идут монахи, и они услышали пение, и пошли, и сказали там, что его сразу же забрали, я не знаю, как это, Робертино Лоретти был такой, и он там в хору пел. Я все к одному возвращаю, как близок наш Господь. Вот эта голубиная эпопея, сестра, никогда не отчаивайся, не говори, что не слышит тебя Господь, Он тебя слышит.
У тебя все направляется как надо. Откуда там помощники? Кто-то тебе документы оформляет. Вот как я сам-то ничего не умею. У меня помощники, 4 только программиста работают у меня. Вот что значит. Мы молимся. Мы не думали издать Новый Завет с толкованием блаженного Филакта. А ведь речь зашло более 5 миллионов. Только прошло. Нам нужны деньги сейчас издать 4-томник. Стихотворение называется «Проповеди в стихах». Каждый том 880 страниц. И в каждом томе 96 страниц цветных фотографий будет. Стена большая, мы не можем еще сейчас сделать. Помолиться, чтобы ни одна типография это не берется. Ну, чтобы не больше 1 миллиона стоило это. Даже 1 миллион это уже перешагнули, они... Да, ну, нам нужна эта помощь. Ну, попутно, чтобы их побольше там дать им где-то, мы думаем сразу захватить к истинному православию хотя бы 1000-2. А это 250 экземпляров всего. Но 4-томник. Видите, мы в средствах бедные. И Господь услышит, перышки наши. Услышит, непременно. Богу слава, спаси Христос. Богу слава, веки аминь. Что, завершаем? Трапеза, песнопение, занятия. За пьяши благодать нечистая, Дева, радуйся, и покойку радуйся, Твой Сын воскресе при гневе на гроба, и мертвые воздвигнул, и люди веселитеся. Светися, светися, новый Иерусалим, и слава Богу Господня на тебе воссия. Ликуй ныне, веселися сегодня, ты же чистая, красуйся, Богородице, а восстань Рождество Твоего. Господи, защити Родину нашу от нашествий иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также посвяти и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и на славном об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а во Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Господи, прими нашу молитву воздяние рук, как жертву вечернюю благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей Божия. И соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Ты Бог, сотворивший этот мир и соблюдающий его, как Ты один можешь сохранить его только, как зиждитель. Ты Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Любящий Отец Небесный, ради голгофских страданий, пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, прими и исполни наши молитвы о всех, заповедавших нам молиться о них. И мы молимся о незаповедавших. Примири их с собой, Господи, Духом Святым коснись их сердец и укажи им, что за гробом нет покаяния. Тебе, Боже, хвала, слава, счастье и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Аминь. Во славу Божию. Спасибо, Христос. Спасибо.